Всем привет! Мы возвращаемся в магические шахматы и хочу попробовать на сборку, которую я вчера думал собрать, но решил не делать этого. Итак, выбираем рандомную циферку и начинаем. И знаете, я забыл, что я хотел собрать. Короче, держатели щита. Император. Я не помню, что я хотел собрать. Короче, нам нужен Харит, нам нужен Сабер, по-любому, Ханаби и Харит. Пока они сражаются, я буду вспоминать, что я хотел собрать. Значит, Джонсон, Сабер, вот эти трое, Чане. Так, Империя. Теперь у меня должна была состоять из четырех. Три убийцы, Линг. Короче, алтарь драконов. Зеломск нам не нужен. Магическая сила. И сразу это ставим на Харида. Выставляем Селену. И, пожалуй, меняем на Селену. Хотя, ладно, пускай пока на Селене будет, потом поменяем. Короче, киборги. Держатели щита. Алтарь дракона. Алтарь дракона будет Линг, Чане и Баксий. Император Тигрил одета Харит. Ланселот Гасен. И вроде все. Как-то так. Так, это наше первое поражение. 5 хпшки. Ну, подхилимся, не страшно. Кого собирают, не знаю. Противники. Собственно, Гасен, Харит, Ланселот. Сразу все нам нужные персонажи. Продаем Селену. Выставляем Чанеху. Или не Чанеху. Нет, мы выставляем Гасена. И выбираем Сайбера и выставляем Ланселота. Вот так вот. Сразу получаем третий бонус Империи. Это приятно. Немножко передвинем. А вот это мы закидываем на Гасена. Так как Гасен у нас является, ну, бьет магии, соответственно, сапожки им нужны будут. Единственное, я только не помню, там 10 место нужно или нет. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, нет, не нужно. Так, получаем еще одного Сайбера, Ланса. И... Пожалуй, бы я поставил вместо Ланселота как раз Сайбера. Так как сейчас он будет вносить больше дамага. Так, где тут Сайбер? Сайбер. Вот. Второй 490. А Ланс, наверное, у нас вносит 200. Вот, пускай пока так будет. Ну и, собственно, понаблюдаем. Кстати, нужно убрать Ханаби. Хотя она вносит больше всех дамага. Но нужно ее убрать. И скорее как раз вместо нее как раз можно поставить Ланса. И получить третий бонус убийц. И скорее всего мы так и поступим. Так, коробка судьбы. Давайте. Кто что у нас? Я даже не знаю на самом деле, что взять. Из персонажа мне никто не нужен, поэтому... Давайте возьмем поджигалку и поставим на Гасена. Ну, как раз будет своими кинжалами, которые раскидывают по полю боя, цеплять противников. Так, уже стоит на Гасене. Прощай. Ставим Ланса. Ставим сюда Гасена. Сюда Харида. Сюда Ланса. Даже давайте вот так вот. Так, пока что не обновляем. Никто не нужен. И просто наблюдаем за всем, что происходит. Да, я опять забыл посмотреть, кто против нас. Ну, относительно, короче, алтарь драконов, бойцы маги бездна. Глупо, наверное, собирать магов и бездну, так как физический урон и магический урон. Ну и стихийников там кто-то собирает. Так, мы вроде как должны победить. Там всего лишь ван-ван против нашего Гасена. И мы побеждаем. Это приятно. Получай. Сейчас обновится раунд, я посмотрю более подробно, кто кого собирает. Так, ты подожди.
Ну, собственно, все так и собирают. Ладно. Чанеха. Перебор. И знаете, я бы сейчас бы выставил Тигрила. Но я, пожалуй, подожду следующий раунд. Там как раз откроется бесплатное место нам. Поэтому, пожалуй, просто подождем. Передвинем Чане. Так, сражаемся с Джонни Джимбо. Кого он собирает? Он собирает никого. У него два Мартиса, Хаяба. И мы ему проигрываем. Ну, неудивительно, у него два персонажа по второму уровню. Это у нас так. Ни о чем. Ну ладно, проиграли, да не страшно так. Не прочитаю ник, он выигрывает. Молодец, ничего не сказать. Кстати, на Хасена нужно что-нибудь на скорость атаки взять еще. Фрея, Балерик, Бакси. Бакси нам нужен будет. Кстати, мы получаем место. Заска Каймосков. Нету никого. Получаем Бакси. И знаете, я бы, пожалуй, Алтарь Драконов. Нет, я, пожалуй, выставлю Тигрила и получу полностью бонус императоров. Это, конечно, не полностью бонус императоров. Нам нужно еще... Нам нужна еще Одета. И, знаете, вот хорошо бы получить кристалл... Кристалл императоров. Магическое проникновение. Книга. Книга — это всегда замечательно. Давайте возьмем книгу и магическое проникновение. Это поставим на Хассена пока что. Хотя Джонсон. Замечательно. Я бы поставил это, пожалуй, книгу. Лучше бы на вот это вот, как ее зовут-то? Чане. Вот магическое проникновение, кстати, на нее я и поставлю. Она, конечно, не стоит пока что, но в будущем. Так, передвинем вот так вот. Подвинем немножко Халида. Кстати, если выставим Джонсона, получим киборгов и держатель щита сразу. И это на самом деле очень приятно и полезно. Хотя, знаете, можно книгу и оставить, в принципе, на Хасене. Он очень хорошо справляется. Он топ по урону. Но, опять же, это пока не стоит Чане. Так, раунд игрока. Опять Бакси. Хорошо, мы его берем. И, знаете, я, пожалуй, возьму место дополнительное и поставлю Джонсона. Я не знаю, куда его ставить, на самом деле. Он, в принципе... Пускай тут стоит, на самом деле. Короче, пускай тут стоит. Потому что он все равно превращается в машину. Так что не особо важно, где он будет стоять. И нужно выставлять Бакси. Он, конечно, не особо так нужен нам, но... Пускай стоит. С другой стороны, у нас Алтарь Дракона еще даже никто не собран. И кто у нас там входит в Алтарь Дракона? Чане, Бакси и Линг. Ну да, их пока нету никого. Так, там проигрывает чувак. Джонни Джимбо как раз. Тут у нас никого из нужных. И тут тоже. Поэтому просто пропускаем раунд. Просто пропускаем раунд и наблюдаем дальше. Маги, держатели щита. Мне, конечно, с рандомом так себе. Он и хороший, и плох одновременно. Но Гасен прям хорошо наваливает противникам. Мне прям нравится. Скорее даже, наверное, эту книгу я оставлю на Гасене. Если выберу вторую книгу, тогда поставлю на Одету. Так, как тут Джонни Джимбо побеждает. Молодец. И можно сейчас посмотреть. У нас собирают два человека магов, Алтарь Дракона Бездна, Алтарь Драконов. Короче, все стандартные сборки. Одета. Вместимость. Одету забирают. Вместимость нам особо не нужна. Давайте заберем вампиризм, если останется место. Но бы на самом деле, знаете, получить бы бонус Империи, либо Алтаря Драконов. Кстати, там Линг был, но я его пропустил. Ну да ладно. Не страшно. Так, забираем Сабера. Так. С Хасена мы снимаем. Стоп, где Хасен? Вот с Хасена мы снимаем вот это. Отдаем Хасену вот это. Ну, вот. А в него как раз поставим вот это. Хотя... Нет, пускай пока так стоит. Так, нужно потихонечку улучшать место и выводить остальных персонажей. Также нужно еще прокачиваться. Убийца, у нас трое убийц. Странно.
Их должно быть всего два. Нет. А, нет, все правильно. Я не должен был собирать Сайбера, а у меня вместо Сайбера должна быть Ангела. Так как она саппорт, и нам как раз она бы помогла. И вот я думаю, что лучше. Оставить саппорта. Собираем Теврила. Прекрасно. Также мы собираем... Кого-то еще собрали, я не видел. Так, тут никого. И последний раз обновляем еще Гасена. Зачем Гасена второго? Вот я думаю, 4 убийцы лучше. Или все-таки поддержка. Давайте посмотрим, как Сайбер сражается, в принципе. И уже на основе этого решим для себя. Да, Джонсон очень мощно влетает. И, честно говоря, так себе Сайбер сражается, я его даже тут не вижу. Он в самом днище. Хотя он живой. Не, давайте все-таки, пожалуй, Ангелу возьмем вместо Сайбера. Или не брать Ангелу. Возьмем пока двух Теврилов. И, пожалуй, обновим. Пододвинем Сайбера, выставим Чан-Э. Вот. Это у нас первый алтарь драконов. И теперь, пожалуй, сапоги я переставлю на Чанешку. Где она есть? Не успел переставить. Ну да ладно. Сразу улетает Джонсон. Чан-Э и Гасен просто по красоте работают. Опять поджигалка. Ну, поджигалку я возьму, пожалуй. Стрелок, кристалл бойца, возьму это и вот это. Поджигалку я возьму, поставлю пока на Чан-Э, но нам она лучше подойдет под Одету, которая нам до сих пор еще не выпала. Поэтому мы просто ожидаем. Выпадает, кстати, еще одна Чан-Э, но у нас категорически нету места. Давайте все-таки я тогда лишусь бонуса убийц. Даже не знаю, на самом деле. Пускай пока так будет. Кстати, Гасен нам нужен. Гасен нужен. Он абсолютно не хочет падать. Тьфу, Гасен, Сайбер не хочет падать. Я вот даже, честно говоря, не знаю. Не могу определиться до сих пор. Нам выпадает Одета. И я, пожалуй, я не то хотел сделать. Ну да ладно. Уже сделали. Так, как я и сказал, мы с Чан-Э переставляем на Одету вот это вот. И магическое проникновение тоже. В идеале... Как раз на Одету сейчас нужна книжка. А еще нужно Одету поменять с Харидом местами. Очень хорошо. Тут никого нету. Так, Харида я, пожалуй, поставлю сюда. Чан-Э сюда. Ну, пускай пока так стоит. Значит, полистаем, посмотрим. Неужели выпадает Ланселот еще один? Мы получаем второго Ланселота. Листаем дальше Ангела. Вообще, Ангелу, кстати, можно взять 10-м персонажем. Но у нас не выпадает Ангела вообще никак. Ой, не Ангела. То есть у нас нет сейчас 10-го персонажа. Кстати, мы проигрываем. А, нет, мы выигрываем, но хотя бы очень хорошо так вынес наших персонажей. Может быть, Веневру взять? Да, почему бы нет? Вместо, знаете, алтаря драконов. Так, вторая Одета. Но я, пожалуй, возьму место. Если оно останется, конечно. Так, там разбирают Одету. Разбирают кристалл борца. Но забираем место и выставляем Бакси. Тигрил, замечательно. Выставляем Бакси вот сюда вот. Ага, это прекрасно. Так, давайте дальше полистаем. Гасен, Ланселота я точно не буду собирать. Я его не соберу. А вот Гасена я бы пытался собрать. Так, так.
И давайте возьмем ангелу все-таки одну. Потому что мало ли. Так, у нас 8 мест куплено. А сейчас стоит взять ангелу все-таки. Ну, выставить, я имею в виду. Так, Сабер, Гвиневра. Блин, все-таки может Гвиневру. Вот. Давайте я пока возьму Гвиневру, куплю место. И просто ее поставлю для бонуса. Кстати, нам не хватает одного алтаря драконов. Бакси Чане стоит. И алтарь драконов как раз последний линк должен быть. Сабера быть не должно. Вместо Сабера как раз должна стоять Ангела. Все верно. Вот так это должно выглядеть. Поэтому давайте сейчас ждем линха, когда он выпадет, и меняем его, и меняем его на Сабера. Кстати, вышибаем противника, это прекрасно. Но нам нужно еще пару тигрил, чтобы хотя бы его до третьего уровня добить. Король легких демонов, Чанешка. Приятно. Так, места у нас больше нету, поэтому просто обновляем. Тут никого, значит, пропускаем просто раунд. И мы остаемся с человеком один на один. Давайте вот так вот представим их всех. Давай уже, начинай матч. На самом деле, даже если я сейчас выбью, скорее всего, ну, если тигрил будет, то я, скорее всего, возьму его и заюзаю на него зеркалку. Кстати, давайте возьмем атаку драконов. Физическая, магическая, вот возьмем магическую силу, поставим, так, собственно, тигрил. И, как я и сказал, я заюзаю это на тигрила. Угу. Получаем третьего тигрила. Так, стоп. Одета. Но мы в любом случае собираем алтарь драконов, даже без линга. И это не менее приятно. Пускай Сайбер остается, потому что вряд ли мы уже соберем этого. То есть вряд ли мы вообще достанем линга еще. Поэтому пускай так остается. Но если мы все-таки достанем линга, прокачаем его до второго уровня, то я его поменяю на Сайбра. И в таком случае выставлю Одету вместо... Тьфу, Одету Ангелу. А ее вместо некого ставить. Ладно. Вообще Гвиневры тут не должно быть. Джонсон. Одета. Гасен. Мест нету. Баксий. Как я и сказал, нету места. Прекрасно. А зеркала нету? Нету. Так. Значит, Чане, Ангел. Давайте продадим Ангелу, возьмем его. Гвиневра. Блин, Гвиневра нам тоже нужна. Давайте тогда продадим одного Бакси, возьмем Гвиневру. Если хорошо все пойдет, то мы выиграем. Ну, мы в любом случае выиграем. Собственно, Гвиневра. Вторая. Дальше обновляем. А еще две Гвиневры. Но пропускаем их. Чане. Гасен. Баксий. Одета. Замечательно. Мы получаем вторую Одету. Или ставим просто дальше. Джонсон. Линг. Еще один Баксий. Ну, скорее всего, мы на этой ноте заканчиваем игру. Потому что противник уже вряд ли отыграется. Короче, вот вам топовая сборочка. Она действительно топовая. Интересная сборка. Ладно. Всем пока. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Делитесь мнением. Предлагайте свои сборки. Увидимся в следующей серии.